С учетом новых глобальных технических трендов по цифровизации промышленности и инновационной составляющей, до конца года будет разработана концепция третьей пятилетки индустриализации, направленная на становление промышленности цифровой эпохи. В целом, реализация запланированных мер в 2018 году позволит обеспечить рост стоимостного объема экспорта обработанного на 10,3%, производительность труда обрабатывающей промышленности на 6% и инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности на сумму 1 триллион тенге. По СЭЗам. В прошлом году мы провели системный анализ эффективности деятельности специальных экономических зон. Законодательные пробелы сегодня мы стараемся исключить. Проект закона о СЭЗах и ИЗах сейчас находится в мажилисе парламента. Вчера данный вопрос мы также в мажилисе рассматривали, планируем в первом полугодии вынести на подписание главы государства данный документ.